друга персональна виставка молодого талановитого художника нашого земляка відкрилась 21 грудня у Білгород-Дністровському краєзнавчому музеї. Іван Волошин, студент 3-го курсу Київської національної академії мистецтв та архітектури. От ті дві роботи, які ми винесли сьогодні в центр, це його майбутнє, це його талант, який зможе, мабуть, восхитить жителей нашего города в будущем, потому что это новое имя для нового поколения. Сегодня мы не будем задавать вопросы, сегодня мы не будем устраивать диалог. У нас сегодня будет монолог художника. То, что он чувствует, то, что он здесь отразил, то, чем богато его внутреннее содержание. Постійний пошук нового, проби писати у різних стилях. Ось так розпочав свій монолог Іван Волошин. Когда ты, допустим, смотришь на какой-то пейзаж, но там неуместно рассказывать о каждом камешке, там, о каждой какой-то детальке, а ты ищешь образ, образ, да, этого пейзажа, этой местности или этого предмета, и ты сталкиваешься для себя вот с этим образом, и ты начинаешь его открывать в своих работах, как-то по-другому смотреть на него, потому что смотреть на предмет и видя только его внешнюю оболочку, это, конечно, для художника это неправильно. Художнє мистецтво завжди потребує від автора внутрішнього діалогу з самим собою. Це своєрідний поштовх до пошуку сенсу життя, відкриття своєї особистості у полотнах. На цій виставці були представлені натюрморти, портрети, пейзажі молодого майстра. Я пытаюсь рассуждать о том, что ну, какова ценность искусства, важна ли она вообще для человека, и сможет ли человек прожить без искусства, без творчества. И я вот для себя вот открыл такой момент, что для человека это невозможно. Это невозможно, потому что это то, что отличает нас от других существ. Декілька років тому Іван Волошин відкрив для себе нову техніку написання полотен – монотипія. Це різновид графіки, виконаний шляхом малювання на гладкій поверхні, яка не поглинає фарби. В сучасних умовах може використовуватись також цинк, звичайне або органічне скло. Використовує і живопис у стилі темпери. Все це зроблено вручну, і краски теж розтерті вручну. Це техніка жовтковий темпери. Вот. И, конечно, поработать над ней это было сложно, это долго, это долгий процесс, это длительно. Вот. И от такого процесса, конечно, иногда и нужно, и хочется отходить, потому что не всегда возможно заниматься чем-то одним, и не хочется что-то писать одно, в одной манере, работать только. Своїми враженнями від побаченого поділилися і акерманські художники. Не обійшлося і без подарунків. Нового года я как бы пришла уже с подарком под елочку, не с пустыми руками. Как бы вот это моя новая книжка, которая вышла в киевском издательстве «Мастер-класс». Моя сказка, мои иллюстрации. Тут разные чудеса в сказке происходят. Ванечка, я тебе желаю, чтобы побольше спасибо, в твоей жизни было чудес. Самых спасибо. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.